В некоторые выходные на площади Халистулеча возле Иглицы проводится ярмарка антиквариата, или, как говорят в народе, блошиные рынки. Они уже вошли в традицию города Вроцлава, так как они проводятся в течение многих лет. Так, в эти выходные 30 и 31 января, несмотря на снежную погоду, прошла ярмарка антиквариата. Торги староci odbywają się cyklicznie co miesiąc. Natomiast przy Marii Magdaleny 6 razy w roku, w tej edycji będzie 6 razy. I na tych targach można praktycznie kupić wszystko. Jeśli chodzi o przybywanie osób, bo przychodzą tutaj osoby bardzo młode, przychodzą też ludzie starsi, doświadczeni, którzy wyszukują sobie takich specyficznych rzeczy, pojedynczych egzemplarzy, ewentualnie szukają jakichś malutkich rzeczy, które im do kolekcji mogą służyć. Ale przychodzi coraz więcej rodziców z dziećmi, którzy zaszczepiają też w nich zainteresowanie. Территория возле зала столетия внесена в список ЮНЕСКО, поэтому это отличное и часто посещаемое место, где можно представить различные необычные интересные вещи, которые хорошо продаются. Те, кто посещает эту ярмарку, знают, что здесь можно поохотиться на мебель или произведения искусства, которых нет в магазинах. Посещение рынка также может закончиться поиском чего-то действительно оригинального в качестве подарка для особого человека. Помимо коллекционеров, ярмарку посещают и художники, которые охотно арендуют там стенды, торгуя изделиями ручной работы, такими как украшения или аксессуары для дома. Вход на ярмарку бесплатный.